Сталин делает умный ход, он демонстрирует все свои вооруженные силы. Иностранным представителям из 22 стран мира, которые присутствовали на нашем выпускном параде, в частности японским представителям, как известно, во время войны был тройственный союз между Германией, Италией и Японией. Германия стала воевать уже с Советским Союзом, Япония готовилась напасть на нас. Но вот после данной демонстрации сил японские представители в Токио стенографируют короткую телеграмму с такими словами: нет смысла напасть.